Когда-то здесь ассасины чувствовали себя в безопасности. Джун Юн и его тигры положили этому конец. Их было больше, и они застали нас врасплох. Они практически уничтожили братство. Смерть Гао Фэна заставит тамплиеров задуматься. Ассасины вернулись. Возвращение. 1526 год. Пещеры Май Цзишань. Теперь, когда Гао Фэн мертв, Шао Цзюнь должна покинуть место, которое когда-то называла домом. Пока тамплиеры не узнали, что один из их лидеров убит. На пути ее ждут огромная пещера и отвесный утес. Так, в награду получил улучшение, улучшенное орлиное зрение. Обновление игры плюс. Увеличенный запас метательных ножей. Дополнительное задание. Добудьте свитки ассасина. Всем привет, с вами Исхан Нумбагэминг и игра Assassin's Creed Chronicles. Китай. В прошлом видео мы только познакомились с этой игрой и уже столкнулись с рядом сложностей. Надеюсь, в этот раз все будет попроще. Удерживайте РТ, чтобы быстрее сбираться по себе. Да это я уже и без вас понял. Сюда побежали. А здесь выносливость есть? Нету? По-моему, нету. Здесь нет нифига. Почему вот эти вот красные выделены? Ну, птички красненькие. Синхронизация позволяет видеть место расположения цели из коллекционных предметов. Нажмите B, чтобы синхронизироваться. Так, я уже синхронизировался, да? Блин, что-то я... Погоди. Это такая синхронизация, что ли, была? Ну ладно. Нажмите А, чтобы совершить прыжок веры. Ну да, куда же без этого прыжка в играх Ассасина, а? Нашел что-нибудь? Тут все тихо, у тебя... И тут тишина. И чё, зачем мы тут сидим? Ждёмся. Так, ладно, все, я вылез. Кое-как. И что я должен сделать? Спрыгнуть? Они же вроде как бы меня не должны замечать. Отклоните вправо и нажмите B, чтобы спрыгнуть со стены. Эй, как они меня вообще могут не заметить, а? Это тут чушь полнейшая, блин. Бля. Вот, ёпси, мопси. Чуть было не было. Ух ты. А, ну они сейчас туда разговаривают, они меня не должны заметить, так что ли? А, ну в любом случае. А. Га какой тут, блин. Хуй поймешь, то стелс, то стелс сложный, то, то вдруг наоборот какая-то легкая галиматья получается. Отклоните вправо и нажмите А, чтобы быстро перемещаться между укрытиями. А, ну как можно. Ну, блин, пока что легко, легко все идет. Но это пока. А там дальше посмотрим, что получится. Так. В бою стражники могут звать на помощь. Подкрепление обычно появляется из-за закрытых дверей. А, вы что, предлагаете мне с ними сражаться, что ли? Блин, я не хочу с ними сражаться. Мне здешние бои не нравятся вообще никак. Так, что я должен сделать? Давай-ка посмотрим. А, они так и будут стоять, да? Значит, все-таки придется с ними сразиться. Блять. Хотя вот тот вроде должен курсировать ходить. Но вот этот должен стоять левый, а вот правый должен вроде ходить. Хотя
Хотя, погоди, я могу же вот тут... Спрятаться могу же. Ага. Вы можете быстро перемещаться между укрытиями. Ага, отлично. Так, и что дальше? А, могу следующее укрытие. Блин, я долго думал. Долго я соображаю что-то. Так, что, сидим, ждем? Бай, я спалился. Блин, я спалился. Ах ты ж, сука. Ах ты ж, сука. Давай, повоюем, попробуем с ним повоевать. Не получилось все-таки. Не нравятся мне здешние бои вообще. Ладно. Давай заново начинаем. Так, давай сейчас в укрытие надо спрятаться вот сюда. И потом отсюда перескочить туда. Так. Вот так вот давай. На этот раз, надеюсь, я не буду облажать. Или облажаюсь все-таки. Все-таки облажался. Надеюсь, он меня сейчас упустит из виду, а? Расследование идет. Но меня не видно вроде бы. Зато это теперь видит. Ах, сучка. Крашеная, блин. Блять. Какого хрена? О, чипти. Теперь. Блин, а нафига. Теперь у меня будет постоянно походу. Блять, и как я теперь, если он сейчас будет постоянно здесь возрождаться у меня? А, нет, не постоянно. Я уже боялся, что он только здесь и будет возрождаться прямо на виду этих. Вот зараза. Вроде как бы здесь легкое все, или все легко и просто, но, блин, я умудряюсь лажать на таких простых моментах. Блять. Блять, зараза, надеюсь, сейчас меня не спалит вот тот верхний. Нижний вроде не должен. Так, давай понаблюдаем за ними. Так, ну все, палево закончилось. Теперь, блин, с этим надо как-то разобраться. О, вроде бы. Вроде бы сейчас меня не должны запалить. Вот так. Сидим. Сидим, не палимся. Главное, не палимся. Так. Так, давай. Наверх. Ух, блин. Так. Погоди, а туда нам надо как-нибудь попасть? Да, туда нам надо попасть. Так, это у нас... А. Так, туда нам наверх не надо, я думаю. Давай сюда. Так, статуи Май Цзишань. Для перехода в базу данных, что за статуи? Я вот что-то не понял, что это за херня такая у меня тут? Что это такое? А, это карта. А, это карта, блин, только я что-то не могу с ней сориентироваться в этой карте. Где я нахожусь? Я вот тут сейчас нахожусь, да? Так что ли, получается? Ну-ка.
Да, вот она карта. Вот он где-то я тут вещу. Все. Вот она, эта карта, оказывается. Вот. Понятно, вроде бы. Так, вот карта. Так. Сюда. Вот это что такое, не знаю. А, во, легенда. Тайник с оружием здесь есть. Дальше. Основное задание. Опять тайник с оружием. Осколки анимуса. Оу. Блин, ладно. Понятно. Давай сюда. Лезем давай сюда. Опять какая-то статуя. Так, а вот это они. Перерезать веревки с помощью метательных ножей. Ага, метательные ножи. Ну-ка, давай попробуем. Так, ЛБ. Вот так, направление выбираем. РБ нажимаем. Во. Давай. А, кстати, восполнить надо, поди. Боезапас. А, он мне и так максимум, да? А это что такое? Шум упавшего предмета привлекает врагов. При помощи метательных ножей можно перерезать веревки на некоторых, на которых держатся некоторые объекты, доски или ящики, чтобы привлечь внимание. А зачем нам это надо? А, я так понимаю, это надо, чтобы в укрытие суметь спрятаться, да? Ну давай попробуем. Так. Давай туда спрячемся. Вы можете быстро перемещаться между укрытиями. Так, а что дальше? Я уже спалился. Эй. Спалиться-то может и спалился, но зато выбрался. Но все равно на серебро только сработано. И так, тоже хорошо. Так, дальше что у нас? Где надо? А, вот, давай осколок анимуса заберем. Ну-ка, что там по карте у нас? По карте я здесь нахожусь. Ну, здесь боеприпасы, боеприпасы. Вот тут опять анимусы, осколки. Ой, что это? А кого это мы приближаем? Куда мы приближаем? Непонятно вообще. Ладно, давай так думаем. Здесь мы не пройдем. Значит, надо вниз спускаться. Так, что тут у нас? Got it. Так, как же мне с вами, ребята, совладать-то, а? Вы можете одновременно карабкаться по стене и использовать метательные ножи. О. Так, погоди, и что будет, если я сейчас вот этот ящик сброшу? И что произошло? А я сам-то как могу пролезть? Погоди. А, по стене, блин. Ладно, поздняк метаться. По новой начинать, что ли? Блин, я себе походу сейчас проблем создал. Да, я себе по... А, во, я могу по ней лезть. Но теперь уже раньше надо было, блин. А теперь мне уже и нечего было это обрушить. Вот зараза-то какая, а. И что, мне теперь с ними воевать? Ну-ка. А что если сделать вот так? О,
Получится, нет? Прикол этот. Нет, не сработал на них этот прикол. Обидно. И как я тогда должен с ними сейчас? Блин, только воевать если. Ах ты ж, сука. Так, давай побежали. Все, меня здесь вроде не должны запалить, сейчас запалят. Запалят, нет? Уйди, уйди отсюда. Все, фух, наконец-то. А я уж боялся. Но это все равно нехорошо получилось. Я протупил там. Так, надо восстановить сейчас мне запас метательных ножей. Все, восполнили. Так, а дальше-то что? Ух ты, что ж я сделал-то, а? Да куда ты, кого ты? Блин, вот сюда вот надо было слезть. Давай сюда. Тут запалят? Тут, конечно же, запалят, блин, и я упал. Вроде ничего сложного, но я умудряюсь затупить в самых таких неподходящих моментах. Так. Так, что я должен сделать? Так. А можно ли вот этот ящик прямо им на голову уронить, а? Давай попробуем, посмотрим, что из этого получится. Одного убило. А, видимо, зря я это сделал. Да. Да, видимо, зря я это сделал. Так, ладно, уходи. Мне надо в укрытие попасть. Ну-ка, туда могу переплыть? Нет, не могу. Так. А дальше что? Зона подкрепления. Ага, здесь могут быть подкрепления. Это нехорошо. Блин, а как дальше? Никак не дальше быть. Блин, надо было вот эту херню-то уронить все-таки. Убегаем. И где-нибудь здесь я сейчас бросим. Вот так получилось, не очень хорошо, конечно, но получилось. Ассасин бронза. Опа. Арбалетчик для перехода. Арбалетчик еще. Запас здоровья небольшой, урон средний, скорость атаки средняя, скорость обнаружения низкая, атаки дальнего боя, ответный удар, владеет мощным. Блин, фигня это все, не то, что мне интересно. Найдите свитки ассасина. Погоди, на карту глянем. Так, легенда, где у нас? Блин, я на карту хотел глянуть, легенды. Сундуки. Ой, это зачем? Проверим твои рефлексы. Уклоняй от выстрела. Нажмите B, что, когда траектория станет красной. О, можно от арбалета уклоняться, да? Good work. Close for the kill. А, не уклонился. Блин, я же уклонился. И чё, долго мне так? Мне долго так еще уклоняться, а?
А, мне его убить надо, поди. Погоди, давай. Блин, эй, зараза. Давай. Все? Отлично, Шао, твоя подготовка почти завершена. Блин. Так, и что я должен сделать? Я все-таки должен с этим арбалетчиком воевать, да? Походу. Но я не хочу с ним воевать. Тогда уж давайте я его просто убью. Раз уж на то пошло. Раз пошла такая пенка, то просто убьем его. Тут восполним боеприпасы. Свиток 1. Что за свиток? Шао Цзюнь родилась в 1505 году и воспитывалась, чтобы стать наложницей императора и жить в запретном городе. Сперва она была одной из многих девушек, которые мечтали стать женами императора. Ее обучали всему, что традиционно умели делать императорские наложницы – вышивать, петь и читать. Однако со временем у Шао Цзюнь появился талант к танцам и музицированию. Ее кошачья грация пленила императора Джен Де. Ему нравилось насмехаться над императорским двором, и он часто использовал юную Шао Цзюнь в качестве шпионки или воровки, чтобы позже посмеяться над евнухами или своими приближенными. Император также запретил подвергать Шао Цзюнь бинтованию ног, чтобы та не потеряла возможности танцевать, даже несмотря на то, что бинтование было необходимо атрибутом формирования женской красоты. Что за бинтование ног? Фигня какая-то. И что дальше? А зачем мне все это было нужно, интересно, непонятно. И непонятно даже. Ладно, пойдем дальше. Так. Отклоните вверх, чтобы раскачаться на веревке. Какой веревке? Проберитесь через скалы. Погоди, ну что там у нас по карте? Что здесь нифига нету толком. Ладно. Там есть что-нибудь? Там нет ничего, походу. И а куда мы скачем-то так? Так весело куда-то скачем мы. Но здесь нет ничего, значит, можно вниз и не пытаться спуститься. Так, что у них? О. Блин, я сейчас так весело бегу, как будто бы... И вдруг сейчас на меня кто-нибудь нападет, и добегаю, блин, так весело. Давай. Так. А где у нас тут враги-то? По-любому же где-то должны быть здесь. Или нет? Или здесь не должно быть? Надеюсь, нет. Опа. Проблемка. Так, вон там что такое выделяется у нас? Вон там что-то еще тоже выделяется. Сено. Заставьте стражника дойти от стога сена, что с помощью шумового дротика. И как это? Я должен в него попасть, что ли, или что? А, он дальше пошел. А дальше что? А дальше что? Мейсма. Показалось. Ну, показалось, тебе может. А, он все, сейчас дальше пройдет. Ну, там нормально. Так, а тут у нас что? А, я могу спрятаться в эти кустики. Отлично. Когда вы передвигаетесь по кустам, белый контур вокруг персонажа исчезает. Что это значит, что враги могут вас заметить. Ага.
Так, ты, дядька, передвигаешься, нет? Или ты на месте стоишь? В кустах можно спрятаться, чтобы вас враги не заметили. Так, ты мимо меня пройдешь? Прошел мимо меня, отлично. Так. Спустились, хорошо. Справились. Так, ну-ка по карте мы там ничего не пропустили? Вроде нет. О, а это мы куда? А зачем мы сюда прячемся? Ага. Так. А, во, веревка. Ха, как ловко получается. Нам бы дальше, надеюсь, так бы ловко получалось всегда. Веревочку вот эту перережем. Блин, забыл нажать. Блять, я потратил ножик случайно, впустую. Но в любом случае его можно восстановить здесь. Побежали. Проберись через скалу. Мы пробрались. А где мне искать эти свитки, интересно? Здесь мы хранили свитки ассасина. Я должна вернуть как можно больше свитков. Ага, вот здесь, значит, мне надо искать свитки эти. Так, и где их тут искать? Так, анимус. Раз, два задания. Три задания. Ну, давай будем искать так. Блин, мне туда надо пройти, да? Так, ну ладно, мы сюда прошли, конечно. А дальше что? Так, давай-ка мы вот в это укрытие спрыгнем. Кто мог подумать, дом ассасинов и стал темницей для тех, кто не повинуется Джану Юну. И вот что там. Мир настанет, когда мы наконец... Да блин. А, мне вот тут надо спуститься. Блин, вот я болван. Пока бегал, ерундой страдал. Блять. Запалился. Кошмар. Где же они? Кто одни? Кого ты потерял? Давайте, уходите. Вы можете перемещаться между людьми. Так. Так, а дальше никуда? Мне на ту лестницу надо бы запрыгнуть, походу, да? Или давайте дождемся, когда они снова поговорят. Начнут разговаривать. Как они разговаривают тут-то? Вай-яй-яй, я спалился. Во, ха, вот так можно. Отлично. Блин, а что с собакой делать? Мне же вон там надо взять этот. А, можно вот так сделать. Вот так. Так. Ну-ка. Блин. Так, что я должен сделать? Блин. Вопрос. Там дальше на что? Дальше ничего. Значит, мне все-таки единственный путь это сюда вниз. Другого пути нету. Чтобы спрыгнуть с лестницы, наклонить тело влево или вправо.
Блин, я не смогу взять анимусу тут. Спрятались. Так. Ладно, вот этот осколок и анимуса мы тогда брать не будем. О, блядь, чуть было не запалился, а. Он, оказывается, вниз смотрит еще. Зараза такая. Так, а дальше что, куда нам? Там куда? Там никуда прохода нету. А где мне свитки-то искать? О, вот тут был какой-то свиток, походу. Вот тут. Надо назад возвращаться. Мне по-любому надо назад возвращаться. Все, возвращаемся назад. Я хочу взять все эти дополнительные задания выполнить все-таки. Блин, это как будто будет так просто, ага. Сейчас. Как будто это будет просто. Ну-ка. Мне где-то... Вот оно! А как мне туда попасть? Так. Берем труп. Тут бросаем его, поди. А как мы вниз-то спуститься мне? Как мне вниз спуститься? Вопрос. Вниз спуститься вот за этими свитками как? Только если вон там прыгнуть. Ну-ка. Блин, нет, тут не пойдет. Ну-ка, получится мне вот тут прыгнуть сейчас, нет? Да, вот оно как можно было. Так, один свиток мы добыли. А дальше что? Так, дальше, где у нас еще один свиток? Я больше его нигде не упустил? Вроде бы больше нет. Следующий у нас где? Вот один какой-то или нет? Или это основной? Ну-ка, погоди. А это основное задание. Мне надо дополнительное сначала сделать, прежде чем за основной браться. Вопрос. Так, погоди, что и куда мне искать? Где еще один свиток искать? А, это надо на другую, в другое место идти. Да, это мне надо еще дальше назад вернуться. Блин, нифига я упустил. Ох-ох-ох, блин, столько времени сейчас впустую потрачено. Давай, иди сюда. Так, наверх. Давай сюда. Где-то вот здесь надо искать. Свиток, ну-ка. Где у нас карта? Вот сюда куда-то надо. Оба-на. Давай его сейчас грохнем. Так, есть, грохнули его. Давай вниз. Ну-ка, карта. Вот так вот, еще один свиток. Дальше, где еще один свиток? Где-то вот здесь свиток этот. Ладно, продвигаемся дальше, значит. Так, тут мы не пройдем. Может, и всех поубивать, что ли? Чтобы потом назад меньше проблем было, когда пойду назад. Ну-ка. Такс.
Могу я его скинуть? Нет. Труп замечен. Блять, труп замечен. Давай, убей, убей, убей. Главное, сам не сдох, сама не сдохни. Все, убил. Ха. Блин, я совсем не по-ассасински двигаюсь. Только убиваю, убиваю. Хотя, ассасин же ведь убийца, по сути. То, что меня не запалили, это уже достаточно. Запалюсь я сейчас, а. Так, есть. Это мне надо как-то туда наверх забраться. А как туда забраться? Ну-ка, если посюда. Ага. О, все. Мы взяли его. А, нет, вон он, свиток. Все, дополнительное задание выполнено, наконец-то. Можно теперь уходить отсюда. Давай уходим отсюда и продолжаем идти дальше, уже по основному сюжету. Вперед продвигаемся. Блин, наверх довязалось. Побежали. Может их и правда убивать, а не пытаться втихую с ними справиться, а? Так, давай, иди сюда. Так, давай теперь ждем, когда он сейчас уйдет. Не, не уйдет. Когда сейчас они разговаривать начнут, тогда они вообще ничего не замечают. Стражники, блин. Это ж надо умудриться там на таком, так близко никого не замечать, только потому что вы разговариваете между собой. Чудило. Так, а дальше-то куда? Давай. О, а это что такое? Кто-то сбежал? Пройдите мимо птичьих клеток, не задев их, чтобы не привлечь внимание врагов, находящихся рядом. Ну круто, тут еще и птичьи клетки. Ну вообще зашибись. И как я буду между ними, мимо них проходить? Постой, это надо... А, это саму клетку не надо зацепить, да? Так, ну ту я не могу взять, потому что они тут палят. Блин. Так, вот этот будет проблема, его лучше убить, по-моему. Мне кажется. Да, его лучше убить, я считаю. Мы не можем
Мышь не должна прошмыгнуть, но я-то прошмыгнул. Так, я прошмыгнул. Так, что это мы должны? Зачем мне это показали? Используйте еще там метательные ножи. А зачем мне использовать метательные ножи? Я что-то прослушал. Для вот этой веревки, что ли? Блин, я прицелиться не могу, нихуя. А, вот. Так, вот для чего использовали. Так, и что дальше? Зона подкрепления. Это хреново же. Погоди, а что у меня? А, это для... А, вот эти вот боеприпасы восполняются для разных предметов. Те для шумовых этих ножей, а эти для обычных метательных ножей. Вот, все верно. Блин, как все непросто здесь оказывается. Так, ну-ка. Блин, я уже запалился. Это не круто. Я умудрился запалиться. Так, и что дальше? Куда я дальше пойду? Мне надо куда-то вот сюда спрятаться. Ух ты ж, сука, что я сделал? Я запалился. Ах ты ж, скотина, на, умри. Блин, меня там палят же. Я спрятался. Надо труп вот этот убрать куда-то. Блин, а нафиг. Как все палевно у меня получается. Так, славно, тогда вот сюда. Погоди, дай-ка посмотрим, что там дальше, куда они. Мне вот наверх надо, сюда. Потом там пролезть, пойди. Ну как, пока, а по карте что у нас? По карте мне вот наверх на сундук, в сундук, наверное, надо сначала заглянуть. Вот в этот. Для этого мне надо сюда, потом сюда, сюда, сюда. Ну, жесть. Как все непросто. Ну давай попробуем сейчас наверх запрыгнуть. Так, спрятались. Да, что ты туда смотришь? Уходи оттуда. Так. Ой, меня запалили. Ха-ха. Вот не круто. Вот пиздец, как не весело. Все-таки меня сейчас убьют. Так, спрятались. Так, и продолжаем стоять. Надеюсь, меня здесь не запалят. Сейчас. Очень надеюсь на это. По-моему, запалят. Все-таки меня запалили. Давай. Так,
Блять. Хе. Зараза. Как я палево на то играю вообще. Давай, хватит тревожиться. Успокойтесь, ребятки. Блин, сука, опять запалился. Так, получится, нет его сейчас убить. Убить получилось. Ха. Отлично, так, нормально. Теперь надо от того тоже избавиться. Так, давай, спрячемся. А, хотя зачем прятаться? Да почему ты запалил-то меня, а? Давай, подними труп-то. Блин, да ты ж чё, зараза такая? Блин, нафига я их так палил на всех? Зараза, мне чё теперь назад-то как? Да хватит тебе. Да блин, кого ты делаешь? Вот, возьми труп. Труп возьми вот этот. Спрячь его туда. Все так. Да блин, кого ты делаешь? Так, я наверх могу запрыгнуть? Нет, не могу запрыгнуть, придется опять тем же макаром. Так, мне надо сундук этот открыть, все. Наконец-то я до этого сундука добрался, не знаю зачем, правда. В детстве Шао Цзюнь стала свидетельницей казни лидера тигров, небольшой, но влиятельной группировки евнухов. Император Джен Дэ узнал, что лидер тигров, Лю Цзинь, замыслил убить его и подверг предателя ужасной пытке линчи, известной также как смерть от тысячи надрезов. Евнух умирал два дня, и юная Шао Цзюнь навсегда запомнил, какое наказание грозит тому, кто предаст императора. Лю Цзинь украл много золота и серебра из налоговой казны, однако его предали и схватили собственные люди во главе с Джан Юном, агентом тамплиеров, который в результате стал лидером тигров вместо Лю Цзиня. Как все запутано, какие-то интриги. Так, дальше там мне куда надо? Дальше мне надо вот сюда. Ну, побежали туда. Покиньте гроты. Вот оно и покинули гротами. А, все, прыжок веры же. Ой, наконец-то мы это прошли. Тут, походу, уже на полтора часа затянулось это видео. У меня такое ощущение, по крайней мере. Надо будет посмотреть, сколько. Готово? Гао Фэн мертв, как и Ма Юн Чэнь. Мясник? Отлично, наш план сработал. Кто следующий? Терпение, сестра. Главное, осторожность. Теперь Джан Юн и его тигры правят всей империей. Сегодня он не лишился двух тигров. У Гао Фэна шкатулки не было. В этот раз мне не удалось ее вернуть. Не волнуйся, мы с самого начала знали, что рискуем. Если бы тебя поймали без шкатулки, скорее всего, убили бы. Мы вернем ее. Может быть, тамплиеры приведут нас к недостающей части. Да? Возможно, но я боюсь, что мы сами отдали врагам опасное оружие. Отдыхай, сестренка. Вместе мы освободим нашу землю от тамплиеров и их пешек, Джан Юна и тигра. Мы возродим братство. Ну, как? Что ты скажешь? Наверное, это мы и закончим. Ладно, так. Думаю, на этом мы и закончим все-таки наше видео. Как-то уж больно оно получилось, не знаю, что сказать-то. Без особого стелса. Поубивал там всех, блин, бедняк. Хотя, ассасин, он же ведь ассасин и есть. Он убийца, а не просто какой-нибудь там вор, который прячется, бегает. Так что все нормально, все так и должно быть. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.